Компания Максим представила интегральную схему MAX-15053. Синхронные преобразователи постоянного тока в корпусе ВЛП с габаритами 1,65 на 1,65 мм. В эти компактные понижающие преобразователи интегрированы полевые транзисторы, которые упрощают разработку, минимизируют влияние электромагнитных помех, повышают надежность, снижают габариты устройства и имеют КПД 96% при полной нагрузке 2 ампера. Интегральная схема работает с фиксированной частотой преобразования 1 МГц, что позволяет уменьшить общий габарит разработки, что характерно для всех схем, использующих только керамические конденсаторы. Архитектура ограничения пикового тока обеспечивает отличную регулировку тока в нагрузке, что серьезно упрощает разработку схемы компенсации. Интегральные схемы могут работать как в режиме пропуска рабочих циклов, так и в режиме принудительной шины, что дает возможность применить MAX-15053 в широком спектре приложений, в том числе телекоммуникационных устройств, сетевом оборудовании, базовых станциях, а также ноутбуках. К особенности интегральной схемы можно отнести наличие входа включения и выхода соответствия выходного сигнала номинальному значению, что дает возможность управлять процессом включения подсистем питания, осуществлять программируемый плавный запуск, а также обеспечивает возможность плавного запуска при наличии предварительно заданного смещения выходного напряжения. MAX-15053 работает при входном напряжении от 2,7 вольта до 5,5 вольта и обеспечивает точность установления выходного напряжения плюс-минус 1%. Для всех значений нагрузок в температурном диапазоне от минус 40 до плюс 85 градусов Цельсия.